Это Грани, версия 1.7.9.3. Здесь я буду проходить ее на экстриме. Да, Дуська движется быстрее тебя, 2 дополнительных замка на двери и Darker мод включен. Кошмары не буду включать, потому что гудение уже есть. Да и крысы там кусают. Так что это просто как дополнительное. Такое теперь. Сложность. Все. Запускаю. Сейчас буду играть. Так. Что-то такое слышу. Типа мы храпим или как? Фух. Ну, это очень тихий звук. Угу. Ну, как всегда, мы просыпаемся тут. И идем. Не, мне кажется, бабка... Она оттогось. Теперь можно заметить, что у нее респавн не только в подвале. Так что игра будет только сложнее. Наконец-то сюда добавили тени, как я понял. Бежим. Хотя нахрена уже. Ладно, я буду пытаться просто вниз ходить. А не знаю. Один трюк. Кстати, да. Как пробраться ко двору? Теперь, кстати, если мы спрячемся за дверь, то это не поможет. Дуська все равно нас увидит. Так что будем действовать таким способом. Здесь он хотя бы рабочий. Прячься. Да блин. Неужели теперь этот способ не работает? Вообще странно. Все, уже и кровь на лице. Блин. Ладно, как всегда. И сюда. Тихо. Да как? Походу, она теперь умеет проверять и шкафы, и кровати. А добросить столик так, чтобы просто он далеко отлетел. Теперь просто прячусь. Да блин! Нет. В смысле? Бабуся. Че, похрен? Ha 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 ha
Я сделал это. Да. Но почему именно на пятый день? Угу. Так. Спрятались. Самое плохое именно в том, что именно на пятый день. Нельзя было бы раньше как-то. Так. Угу. Бабка. Want to play hide and seek? Дуська. Бабка тачку завела и будет меня фигарить сейчас. Так еще ладошкой помахала. Дуська, ты больная, что ли? Прекрати сейчас. Видимо, мозги у нее заодно сломались. Ой, еще она смеется так. Пробуем заново. Делаем этот же трюк и прячемся быстрее сюда. Сюда. Идет. Угу. Есть.
получилось. Блин. Наш next stream. Да блин. Она теперь может видеть через щель. Нам надо прежде спрятаться. Понял. Прикольно. Она пошла туда. И пробуем мы заново. То есть копороняла коробки. Что-то есть внутри этого лимона. Ну, мелона. Поиграем. Да. Быстрее. Есть. Она уже идет. Есть. Надо его как-то бросить, чтобы он как-то так проникнул туда, что ли. Давай. Не, не получится. Он слишком большой. Фай. Не, не хочет. Ну
ничего поделать. Это же начинает казаться, что бабка стала быстрее, чем прежде. Блин, а если бы она не поставила так? Ветчина компана Инди Лайт за 89 рублей. Заказывайте продукты и... Всё. Опять просыпаюсь в одном странном месте. И эта бабушка хочет меня прибить. Нет. Ну, Дуська. Да как она вообще догадалась, что в шкафу? Попробуем еще раз. Она меня поджидала. Она меня увидела и решила меня поджидать. У этой бабки даже мысли ее не прочитать. В Granny Chapter 2 и то легче. Теперь эта Дуська стала умной. Наверное, я научил дед. Или книга, как жестко прихреначить внучика. Может, она прочитала эту книгу. Кстати, та самая книга. И пасхалка с книгой. Может быть, это и есть та самая книга? Мы напишем книгу. Как жестко прихреначить бабушку. Блин, она меня заметила. А это на секунду не успел. Такая еда с таким домом не сочетается. Она всегда подходит к шкафу. Неужели она теперь знает, что мы там обычно прячемся? Теперь она еще и события запоминает.
блин, уронил столик. Делаем следующую попытку. Угу. Наконец-то взял свечку. Теперь мы можем ее бросить. Хах. Увидела нас. Дусь, ты мне ничего не сделал. Сейчас надо забрать часть от пучки. Что мне без нее никак. Угу. Так, Туська осматривает местность. Нахрена не знаю. Все сюда. Thank you.
видела. Нет. Дус. Бабусь. Дуська. Ты чё? А, ты Галитин. Нет, нет. Ну, понимаю я, что арбуз — это твоя голова. Прости, пожалуйста, что порезал твою арбузную голову. Не значит же, надо резать мою. Тем более, отдельно от тела. Я-то всего лишь напополам поделил. Все. Я делаю вторую попытку, если вы собираете 5 лайков. Но я не считаю, что я пройду это, потому что это очень сложно. Включу режим «Умный дом», «Умная бабка». Ладно, все. На этом все, па. С вами был Артём Геймер 5284. Здесь я пытался пройти Грэнни на сложности экстрим, самой высокой сложности. Всем пока.